я насрал штаны. Поехали. Итак, мы остановились на чем? Мы остановились на том, что мы прошли лабораторию или что-то подобное, да? Мы что-то, короче, прошли. Так, коричневый зайка, кусочек снеговика. Окей, немножко хилочек есть, в принципе, мне хватит. Блять! Понятно, можно перезаходить в игру. Я просто забыл, я забыл инструментал игры, я случайно. Ой, блядь. Я просто забыл, какую кнопку на Z случайно нажал. Поехали. Пиздуем на лифт. И уезжаем нахуй. Так, мышку хуя. Такс. Пожалуйста, выберите место. Ща. Мы едем на правый этаж 3. Мы прошли паучиху, если не ошибаюсь, правильно? Мы прошли паучиху. И что-то еще. Вот на чем-то мы остановились, не помню на чем. Этот хуй, да, в ахуе. То, что я помню, как его зовут. Метатон. Вот, да-да-да, мы вот эту хуету прошли вроде. Или нет? Хей, это снова ты. Бизнес здесь процветает. Эти двое ребят выкупили все мое мороженое. Я действительно продал абсолютно все. Извини. Подожди, у меня еще есть кое-что для тебя. Большая улыбка. Как тебе? Охуенно. О, слушай, мы типа решили отложить всю эту тему с убийством тебя. Типа не говори Андайн об этом, окей? Ок. Он выглядит счастливым. Так, вот, нам надо идти наверх, я помню эту хуйню. Во, вот здесь мы еще не были. Такс. Блядь. Записка. Эй. Следуйте в зловещий закоулок справа за отличными покупками. Чё ты, по-моему, наебал какой-то лом. Санс, блядь, ты этого не видел. Эй, я слышал, ты направляешься к ядру. Как насчет того, чтобы сперва пообедать со мной? Давай, чё нет? Супер, спасибо за приглашение. Сюда, я знаю короткий путь. Идем хавать. Что ж, вот мы и здесь. Итак, твое путешествие практически подошло к концу, да? Ты, должно быть, очень хочешь пойти домой. Эй, я тебя понимаю, приятель. Хотя, может, иногда лучше взять то, что тебе дают. Здесь внизу ты уже нашел еду, питье, друзей. То, что ты должен сделать, оно действительно стоит того? Он не хочет меня отпускать! Ай, забудь. Держу с тебя кулаки, малыш. О-о-о. Эй, позволь рассказать тебе историю. Итак, я являюсь караульным в лесу с Нижнеграда, верно? Я сижу там и высматриваю людей. Это довольно скучно. К счастью, глубоко в лесу есть огромная запертая дверь. И на ней просто идеально тренировать шутки тук-тук. Так что однажды я постучался, как обычно. Я постучал в дверь и сказал «тук-тук». И внезапно, с другой стороны двери, раздался женский голос. «Кто там?» И я, естественно, ответил. «Доставка». «Доставка чего?» «Доставка очень плохих шуток». Затем она просто разрыдалась от смеха. Будто это была лучшая шутка, которую она слышала за 100 лет. И я продолжал шутить, а она продолжала смеяться. Она лучший слушатель, который у меня когда-либо был. Затем, после дюжины шуток, она постучалась и сказала «Тук-тук». Я спросил «Кто там?» «Старая леди». «Какая старая леди?» «Старая леди с пи-рогами». «Вау!» Стоит ли говорить, что эта женщина была невероятно хороша? Это Тариэль. Коза это. Мы обменивались с ней шутками несколько часов. В конце концов, мне пора было уходить. Папирус становился довольно капризным без каски на ночь. Но она сказала мне, чтобы я приходил снова, и я так и сделал. Затем я пришел опять, и еще раз. Это стало нашей фишкой. Обмениваться шутками через дверь. Это клево. Но однажды я заметил, что она смеется не так сильно. Я спросил ее, что же случилось? И она сказала мне нечто странное. Если когда-нибудь через эту дверь пройдет человек, не мог бы ты, пожалуйста, пообещать мне кое-что? Пообещай, что будешь приглядывать за ним и защищать его, ладно? С тех пор я ненавижу давать обещания. А та женщина, я даже не знаю ее имени. Но той, кто так искренне любит плохие шутки, просто невозможно сказать «нет». Эх, любовь. Ты понимаешь, о чем я говорю? То обещание, что я дал ей. Ты же догадываешься, что произошло бы, если бы она ни о чем не попросила. Приятель. Он бы меня сдал тогда.
ты бы умер на месте. Не понял. Эй, расслабься, братец. Я просто пошутил. Более того, разве я не проделал отличную работу по твоей защите? Я имею в виду, посмотри на себя. Ты даже ни разу не умер. Ну... Не знаю. Эй, что означает этот взгляд? Я ошибся? Yeah. Что ж, на этом все. Береги себя, малыш. Ведь кто-то правда волнуется о тебе. Я с ним больше никогда не увижусь. О, Ней. Это отряд фикусов. Какое это тебе шоу с участием Метатона? Когда я пришел, я понял, что забыл забронировать столик. Но я не хотел, чтобы другие это поняли. Так что я все равно вошел. Теперь я просто слизываю росу с этого фикуса. Долбоем. Ебать ты, Алли. Опа, блядь, нихуя себе. Изначально мы строили лабиринты с головоломками, чтобы отражать нападение людей. Но сейчас возводить извилистые запутанные строения — это просто дурацкая традиция. Нельзя сделать и шагу, чтобы не вляпаться в какую-нибудь головоломку. Ебать, долбоёб в натуре. Акс сидит реально. Я крыса с хуем вместо носа. Я работаю в ядре. Внутри целый лабиринт из переставляющихся частей. То есть мы можем менять планировку как хотим. Да уж, сегодня отличный день. Я так обожаю головоломки. Я местный комик. Я смешной. Все смеются над моими шутками. И вот мой сын. Он хочет быть комиком, как его папа. Но его шутки не смешные. Он рассказывает эти ужасные шутки. Он позор нашей семьи. Ха-ха-ха-ха. Это не смешно. С тех пор, как его матери не стало, он не смог больше оставаться дома. Так что он убежал, и больше я его не видел. В смысле, как я, блядь. Я ужасный отец. Ха-ха-ха. Это не смешно. Ебануться, бля. Это тем? Буль-буль. Прежде чем отужинать здесь, вам нужно зарезервировать себе столик. Также вам нужно зарезервировать себе стул, столовые приборы, еду. Чего? Блядь, тут Дантов что-то набежало, пиздец. Так, третий донат тебе. Надеюсь, смогу тебя жестко выбить на концерте. Передай привет, пока жду. Друзья, добавишь. Ты не ответил, как там завертил. Он умер? Не, он в порядке. Второго, не понял, где донат по 20 рублей, скидка один студента. Где твой ебичный обой, держащийся на молитвах тараканов в твоей кухне с морем заплесневелой посуды? Где твои два друга пиво? Блять. Нету, они дома. Прошлый алкострим в честь 500к был великолепен, искренне. Грустинка, конечно, была, даже слезу пустил, но все же это эмоционально вдохновляет. Теперь я решительно добьюсь своей цели. Спасибо. Не за что, Стерс. Мазяка, I love you. Спасибо, пиво. Пиво 8 лет. Побрил сегодня первый раз лобок, и все чешется. Что делать? Я не знаю. Это что такое? Я хабаля. 100 рублей. Мазик, привет. У меня вопрос по концерту. Хочу себе приобрести самый дорогой билет, так, оценить живую твою анальную бяку и после переместиться в отдельное посадочное место с отличным обзором. И вот этого как раз-таки у меня нет в билете. У меня есть доступ к танцполу, а отдельного посадочного места нет. Можно его как-то добавить в мой билет за 3000? А, прикол в том, что нет. Типа как раз таки meet and greet, он не пускает вас в випку. Meet and greet — это просто вы заранее заходите на танцпол. Поэтому лучше, ну типа в таком случае, если хотите комфортно сидеть, лучше брать випку. Хоки тоже. Илья, подскажи мне по поводу концерта. Я хочу сидеть на випке, плюс еще встретиться с тобой и сфотографироваться. Я правильно понимаю, Илья, что мне нужно покупать билет и вип, и meet and greet? Блин, или же последний вот этот билет, он включает в себя и место випки, блядь. А то я на танцполе не смогу дойти с молодыми чувачками. Спасибо, Хоки. Короче, ну вот я говорю, meet and greet не включает в себя випку. То есть это танцпол. Но я думал, покупать два билета — это звучит сумасшествие, блядь. Ну вы, конечно, можете так сделать, но гайз, блядь. Настолько ли сильно я вам нужен, типа, лично? Это ж пиздец. Но благодарю за донаты и за билеты. Это не я, гайз, делаю, это организатор, так всегда было. Расслабляющая атмосфера этого отеля наполняет вас решимостью. Так, подожди, окей, отель, а где этот, где магазин? Добро пожаловать в Метатек-курорт, крупнейший жилой дом в жаркоземье, переделанный в отель. На ночь бы вы здесь или же живете тут, обещает вам отличное пребывание. Просто проходите, прекрасно. Блять, иди нахуй. Какие-то люди стоят. Даже, а где я вообще? А, все, понял, окей, это отель. Так, хорошо, вот это что такое? Так, туда я пока не пойду, какой-то наебалово. Пойду отель смотрю.
На фонтане есть надпись: Королевский мемориальный фонтан построен 2001X. Мегатон добавлен на прошлой неделе. Это точно магаз? Ну смотри. Я хочу накакать очень жестко говном. Пещера. Эй, зацени! Да, зацени! А вы кто, блядь? Ну, типа, как дела? Я Бретти, я Кэти, а это моя лучшая подруга, Бретти, Кэти. Ха-ха-ха! Ёб твою мать. О, божечки, Метатон! Он как мой робот-муж. Я думаю, мы за него собираемся выйти замуж. Он просто, типа, еще не в курсе. Короче, понятно. Пистолет, блядь. Спасибо, обойдусь, до свидания. Типа пока, еще увидимся. Бля, ебанутый какие-то, боже. Блять, альтушки. Сука. Пошли нахуй, дуры. Так, это что за людям? Да, я сегодня домой не попаду. Думаю, в моей куче сокровищ найдется холодная пицца, которую ты можешь разогреть. Лифт идет прямо до столицы, но он не работает. Отель делает все возможное, чтобы разместить всех застрявших здесь. Как слизень, я в ярости. Вау. Да, мы знаем, лифт до города не работает. Из-за этого инцидента комнаты сдаются по особой цене. 200 монет за комнату. Интересует? Нет. Дайте знать, если передумаете. Блестящего дня. Мне нахуй ничего не надо. Так, это ядро мне то пока не нужно. Слева я был. А что справа? Какие-то двери, ладно, сейчас пойдем туда. Добро пожаловать в бургер Универмаг. Мы славимся своими гламбургерами. Бля, я бы с таким удовольствием сейчас бургер съел, пиздец. Извиняюсь, ха-ха, это против правил болтать с клиентами, которые ничего не купили. Уебан. У меня нет денег, блять! Продать что-нибудь можно? Почему он пытается мне что-то продать? Это ресторан гамбургеров, я просто пытаюсь выжить. Иди нахуй. Бля, музыка кайф, да? Погнали по комнатам походим. О-о-о, обслуживание номеров. Принесли мой морской чай? Да. А вот и нет. О-о-о. Принесли мой морской чай? Нет. Тогда... А. Заперто изнутри. О-о-о! Обслуживание номеров. Принесли моего коричневого зайку? Да. Вы раскатали коричневого зайку до толщины бумажного листа и просунули его под дверь. Что? Это именно то, что я хотел. Вот чаевые. Вы получили 100 монет. А нахуй я это сделал, блядь? Блядь! Вы слышите шарканье? Похоже, вы можете положить что-нибудь под дверь. Положу. Но у вас нет ничего подходящего. Блять. Похоже, он занят. Блять, чел сам срет на пол и убирает, пиздец. Так, у меня есть 100 монет, окей, пойду что-нибудь куплю, чтобы поговорить с продавцом. Привет, Мазелов, Пук, и передай привет. Егорчик, привет тебе. Жизненно необходимый вопрос. Если мне нет 16, я без родаков приду, меня пустят? Да, да. Пускают... Короче, блять, возрастного ограничения нету. Но если вам до 14 лет, до 14, то есть у вас нет паспорта, то вам нужно приходить с родителями. У вас, ну, типа, нет выбора просто. Вас не пустят без этого. А если вам 14+, то приходите спокойно, вообще не парьтесь. Блять, доброе утро. Чё за будильник в 10 вечера? Чё, блять? Ого. Так, дай мне, пожалуйста, звездное парфе. Спасибо, желаю тебе причудесного, причудесатого дня. Бля, он какой-то ебал у него, мне не нравится. Он как будто какой-то хитрый. Что? Почему ты все еще пытаешься заговорить со мной? Мне попадет, если буду слишком общительным с покупателями. Прости. О. Так вот, я хотел стать актером. О, заебись. Жизненный совет. Я уже старый, так что позволь дать тебе пару советов, малыш. У тебя еще есть время. Не потрать его, как я. Мне 19 лет, я уже впустую потратил свою жизнь. Блять, это любой чел из чата так скажет, нахуй.
Послушай, ты мне нравишься, малыш. Так что я облегчу тебе жизнь. Никогда не общайся с привлекательными монстрами. Если ты не один из них, они просто возьмут преимущество над тобой. Прям как эти дамы, однажды попросившие меня стырить для них гламбургеры. И я, будучи наивным мальчишкой, согласился. Плохая идея. Итак, я пошел в переулок к этим двум дамам. Ну, знаешь, посмотреть, что из этого выйдет. И тут мой босс... это те дамы, которые в магазе работают. Увидел меня и спросил, что я делаю. Я так испугался, что выронил гамбургеры и что нес в карманах. Стараясь сохранить лицо, я бросился их подбирать. Но стоило мне наклониться, как вес оставшихся гамбургеров стащил с меня штаны. Девчонки стали надо мной смеяться. Теперь все зовут меня Бургерпенсом. Чего? Иди нахуй. В любое время, малыш. Жесть. Паспорт нужно показывать? Ну, мне нет, блять, мне не нужно. Это на входе там, ну. Билет покупаете, там, ну. Не знаю, короче, я не ебу, блять. Мне паспорт не надо показывать. Так. Ядро. Ну что, поехали? Вот оно, друзья. Звонок. Что? Кто это? Здесь никого не должно быть. Ох, ладно. Сейчас не время беспокоиться о них. Щелчок. Я хочу позвонить Ториэль. Набор номера. Бля, почему она трубку не берет? Она заебали. Кусали, кромсали. Споете на концерте Сахара? Хуйная песня. Спасибо за Завертина. Не, не споем. Блять. Я. Цинь-цинь. Ответа нет. Звонок. Готов? Мы на месте. Вызови лифт и поднимись на нем к вершине ядра. Подожди. Эй, почему бы тебе для начала не воспользоваться лифтом? Ой, блять. Берегись! Блять, что за уебаны? Кто это? Мэджик. Очистить разум. Вы игнорируете Мэджика и думаете о пыльце и солнечном свете. Ваша защита повышена на 1. Спасибо и пожалуйста. Че? Кстати, это легко вообще. Блять, нихуя. Мэджик смотрит на вас странным взглядом. Мэджик прерывает вас, чтобы поговорить с собой. Он выглядит довольным. Алаказам! Какие-то кресты, блять. Ебать, что за хуйня? Что за кресты, блять? Загадочная джига. О! Все, отъебался. Это было опасно. Почему здесь так много монстров? Я имею в виду, это не проблема, верно? Мы просто продолжим идти дальше. Что это такое? Куда я пришел? А где я, блядь? Похоже, ты не пройдешь дальше, пока не нажмешь на переключатель. Ну-ка, ты это сделаешь, лазер активируется. Кажется, они появляются в следующем порядке. Оранжевый, оранжевый, синий. Запомнил? Остановись перед последним. Че-то ничего не понял сейчас. Из-за того, что я не успел среагировать... Она меня наебала, блядь. Из-за того, что я не успел среагировать, я только потом понял, типа... Вот мразь, блядь. О боже, ты в порядке? Прости меня, я назвал неверную последовательность. Все хорошо, да? Давай просто продолжим двигаться направо. Какой-то наебка, блядь. Распутье. Попробуй продолжать идти направо. Пошла нахуй. Ой. Рыцарь-сныцарь преграждает дорогу. Я тебе спою песню. Вы поете старую колыбельную. Рыцарь-сныцарь выглядит сонным. До свидания, говорит. Ой, блядь. Ой-ой-ой, блядь, что за хуйня? Блядь. Рыцарь-сныцарь глубоко дышит. Вы продолжаете петь. Рыцарь-сныцарь прикрывает глаза. Спокойной ночи. Ой, бля. Ля-ля-ля-ля-ля.
Рыцарь Снецер ударяет своим Моргенштерном. Вы продолжаете петь. Рыцарь Снецер заснул. Все, бэ-бэ. Легко, вообще чуть без проблем. Звонок. Ты в порядке? Почему ты не пошел направо? Ну же, ты ведь доверяешь мне, не так ли? Нет, я тебе не доверяю. Теперь не доверяю. Так, синий-то стоять надо, да? Оп, опять лазеры. Ладно, я в этот раз я не ошибусь. Я просто отключу лазеры и дам тебе пройти. Они не хотят отключаться. Я не могу их отключить, я... Все хорошо, у меня все под контролем. Я отключу энергию во всем блоке. И тогда ты сможешь пройти. Готово, иди. Блять, сука, испугалась, ну, испугался я. Звонок. Подожди, стой! Блять, какая же она тварь, блять. Энергия включается обратно. Блин, этого не должно было. Я выключу еще раз. Когда энергия отключится, пройди чуток и остановись. Ладно, и тебя не заденет. Я пробегу, мне похуй. Нет, я лучше постою. Ой, блять. А! Сосать! Легко, бля. Ха-ха. Видишь? У меня все под контролем. Все под полным контролем. Заебал звонить, сука. Мы в роуминге, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля. О, сохранилка есть. Ладно, тебе нужно... Нужно... Я не знаю. Это совсем не похоже на мою карту. Извини. Мне надо идти. Воздух полон запаха озона. Это наполняет вас решимостью. Есть! В Питере забронировано 200 билетов. Вместимость площадки 500. Да-да-да, если что, мы снимем площадку побольше, не переживайте. Гайс, если вдруг все билеты раскупят за секунду, мы просто поменяем стейдж. Не переживайте. Все норм. Мне не нравится музыка на этом уровне. Она не ламповая. Я хочу ламповую музыку. Такую типа... Пом-пом-пом. Вот такую. Даже не понял, блядь. Пройди северную комнату, и проход к концу откроется. Северная комната. А. Подожди, а налево-направо чё? Где, блядь? Почему бы не расслабиться и перекусить? Внутри мусорной корзины лежит гламбургер. Возьмете ли вы это? Да, хули нет. Вы получили гламбургер. Нормально. Где? Я живу в селе, я так хочу к тебе на концерт, но не могу. Гайс, мы постараемся, вот либо я, либо мои кенты постримят на концерте, чтобы мы могли это посмотреть. Чтоб те, кто не смог прийти, чтобы смогли увидеть. Постараюсь, чтобы все это увидели, реально. О, еще гламбургер. А, 100 монет. Давай возьмем, конечно. Вы получили 100 монет. Ебать халява, блядь. Бежим. Так, мне нужна северная комната, вот сюда вот. Заебали монстры, блядь. Вимсалот и финальный Фрогит. О нет, блядь, Фрогит. Сука. Я же убил его маму. Комплимент. Комплимент финальному Фрогиту. Он все правильно понял. Его атака снижена. Есть. Ой. Ой-ой-ой, блядь, 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 блядь. Блядь, нихуя себе, вы что, ёбнулись? Ого, блядь. Вы съедаете одно скимо. Ваши ОЗ восполнены. Без сожалений. Сосите, уроды. Блядь. Ладно, один раз, ничего страшного. Утешать. Вы успокаиваете Мимсалота. Говорят, что он все делает правильно. Я смирился со своей участью. У Фрогита мама шлюха, почему так получилось? Фрогита мама... Ну хватит, гайс. Так, Фимсалот. Молить. Вы встали на колени... Блять. Чё? Вы встали на колени, Фимсалот вспомнил нас о совести. Еще есть надежда. Зеленая. Ай, умираю. Умираю, умираю.
Ой-ой-ой. Имсалат больше не хочет драться. Фрогит хочет драться, блядь. Блядь, мне надо пощадить Фрогита и захилиться. Съем-ка я гламбургер. Что такое Е? Вы съели гламбургер, ваш ОЗ восполнен. Есть. Так, теперь нельзя получить пизды. Блядь. Да блядь! Есть. Это не Фрогер, ты лох в целом-то. Ты лягушка, это просто лох. Нормально, у меня хп хилится, нормально, нормально. В финале Фрогер зловеще прыгает вверх-вниз на моем члене. Может тебя задачить, друг? Вы сделали что-то загадочное. Финальный Фрогет признает, что в этом мире еще есть чему поучиться. Вдумчивое кваканье. Ты еблан, что ли, блядь? Блядь. Неохота сражаться со самбо. Сюда 100 монет. Ну нет, ну... Наемники выходят из тени. Отъебитесь, блядь, ну парни. Мэджик. Поговорить. Мэджик прерывает вас, чтобы поговорить с собой. Эта тарабарщина сбивает вас. Блять! Ой, ей, блять, что почему я с другой стороны? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Все, найс. Прощай. Это легко. Мне не нужна броня, Тэмми, я и так справлюсь. Спою тебе песню, друг. Рыцарь Снейцер выглядит сонным. О, ней. Блять. Не надо. Ой. Да, блять, ну заебал. 5 хп, блять. Ничего, я переживу. Вы продолжаете петь. Рыцарь Снейцер заснул. Есть. Получили 130 монет. Слушайте, а я смогу дойти до магазина, не? Пойду сохранюсь. Билеты на концерт наполняют вас решимостью. Да! Погнали. А почему я взял два гламбургера? А, нет, у меня только один гламбургер. Ну похуй, сейчас денег накоплю, потом куплю броню Тэм. Кайф? Кайф. Слушай, сколько у меня денег? 515. Вот у меня 1000 монет, и я куплю броню Тэм. Ой, блядь, их трое. Что за кошмар? Так, Фрогит, давай я тебя сразу, чтобы ты меня не заебал, я тебя задачу. Финальный Фрогит признает, что в этом мире еще есть чему поучиться. Вдумчивое кваканье. Ёб твою, блядь, пиздец. Ой, не получить урон, пожалуйста, Блэссеринга, минимум урона, минимум урона. Найс. Так, все, Фрогит нахуй, хорошо. Пиздец, ну тут невозможно прочитать траекторию. Астигматизм. Я не буду тебя дразнить. Ну не дрости, астигматизм. Наконец кто-то понял это. Блять. Найс. Не в этот раз, сына. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Фу. Блять, ПВЗ, пиздец, сука. Молю тебя о пощаде, друг. Вы встали на колени. Не сдавайся, чал. Есть, блять. Фух. Пространственный ящик? А у меня ничего нету. У меня нет нихуя. Сколько у меня денег? 665. Бля, я почти... Пошли опять сохраняться. Я хочу покакать жопой, пиздец. Я так хочу, на-на. Сейчас буду просто бегать туда-сюда, мне похуй. Я хочу броню... Я скучаю по Тэм, ребята. Я хочу к Тэм прийти, я скучаю. Я хочу к Тэм. Я скучаю по Тэмми. Не надо? Ну ладно. Сейчас заработаем монеты и потом пойдем за бронями. Ой, за броней. Привет, я Тэмми, а это моя подруга Тэмми. Привет, я Тэмми, а это моя подруга Тэмми. Привет, я Боб. Сука, такая тупая хуйня. Поехали. Я Боб.
Че, не едем? А что происходит? Че я включил? Куда-то я иду. А лазером все, похуй на меня, да? Ну ладно, пох так пох. Нет. Иди хилки купи. Да! Ну ладно, можно сейчас. Так, мне нужен какой-то лифт, а где он? А, вот он. А тут что? Что-то горит. Что горит, хукамыш? Погнали, блин, ну я хочу к Тэмми сходить, ребят. Я хочу к Тэмми, я соскучился по ней. Я хочу к Тэмми. А далеко идти? Я просто не помню, куда идти даже. К лодке? Я хочу к Тэм. Ой, я хочу купить у этих что-нибудь, подруг. Эй, зацени! Спасибо, но нам, типа, ничего особо не нужно. О, божечки, можно достать нам гламбургеров? Стой, я заплачу 1000 монет, если Метатон распишется у меня на заднице. Чего? Пока! Блять, ну я тоже хотел, чтобы у меня Метатон на записи на заднице. Я зарегался на Твиче только за тебя. Спасибо большое, Жустектоморф. Спасибо. Привет, а вы все... Ты ебан, и ты ебан, просто ты тварь. Так, а куда мне идти? Вниз, да? Или нет? Блять, а куда идти? Я зарегался на Твиче ради тебя. Спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. А куда идти? Где лифты? Где? Ой, а что это такое? Метатон выглядел очень круто в том платье. А, здесь был, да, здесь пауки. Блять, заебешься идти нахуй. А направо? Блять. Да куда мне идти-то, блять? К Тэм, ну я понимаю, где лифт? А, во. Так, это мне куда нужно? Это мне куда нужно? А, ну, наверное, левый этаж один, я так полагаю. Брррррр. Я хочу к Тэм, я скучаю по ней. Хай. Тра-ла-ла, хочешь прокатиться? Поплыть на лодке? Yes. Куда мы сегодня направимся? Водопадье. Тогда мы отчаливаем. Че, погнали. Тра-ла-ла. Тра-ла-ла, воды сегодня бурные. Вот это удача. Прикиньте, типа весело, типа просто катается, блядь, хуен. Тэм. Приходи еще, тра-ла-ла. О! Привет! У меня есть интересный хлам на продажу. Слушай, это очень здорово, кстати, что он у тебя есть. Я тебе так скажу. Очень здорово, что у тебя он есть. Спасибо за очки. Пойду-ка я к Тэм, к своей подруге. Та-та-та-та-та-та-та-та. Сундук положи, блять. Интересно, я единственный, кто так долго с Тэм ходил, мне интересно. Открыть сундук? Yes. Привет, черепах. Привет, я вернулась из колледжа. Ты через телефон в сундук можешь ползать? Да похуй.
Спасибо, Дасти, за стрим. Какой стрим, блядь, за рейд? Ну, за стрим тоже спасибо. Тэм, я иду к тебе. Солнышко. Кто на меня нападет, то мачлюх. Есть. Бля, охуенное место, боже. Прив, я Тэмми. А это моя подруга Тэмми. Я Боб. Привет, я Боб. Я Боб. Ты прожил жизнь в грехе Привет, Тэм! Прив, давай пожаловать в магазин Тэм! Как там твой колледж? Прив, я Тэмми. История Тэмми. Я! Тэм имеет высшую степень в исследованиях Тэм. Тэм может рассказать тебе все о богатой истории Тэм. Мутночки. Вай! У тебя есть мутночки! Хм, мне нужны мутночки, но мне нужно платить за магистратуру. О, нихуя, она уже в магистратуре. Ты всегда хотела мутночки. Нет. Но... Ладно, Тэм берет мутночки за 65. Ладно, бери. Бери, бери. Прив! Пока! Сука, дура, блядь. Блядь. Кстати, сколько стоит броня? 3500? Так дорого, блядь. Хлопья Тэм акция. Бля, я не могу с этой хуйней пиздец. Бля, я что-то вообще разъёбываю с этой хуйней. Главное снеговика не продать. Да, мутночки у меня есть, да. Магистратура. Ой, блядь, какая же хуйня. Так, все, выйти. Я не буду платить броню, я просто сходил к ней, чтобы ее навестить. Видите, как хорошо? Она уже закончила колледж и пошла в магистратуру. Бля, паста с этим пам-пам тю-тю, это пиздец разъем. Пока, девчонки, пока, Боб. Сука. Я Боб. Ой, блядь. Ну что, поехали? Надо хилочек купить, только где, блядь, вопрос? Та-дам. Ну, здравствуй, здорово. Крабовое яблоко. Лечится 18 ОЗ. Кстати, крабовое яблоко не так уж и плохо. О, кто-то просил морской чай, помните? Давайте купим, чтобы отдать челу в отеле морской чай, кто-то просил его. И закупимся этими яблоками, хули нет. Яблоки заебись. Потому что мороженое чел больше не продает. Чел сказал, что у него закончилось мороженое. Яблоки заебись. Сейчас в сундук положим, и норм. Открыть сундук. Yes. Ну, мне хватит хилк. Я не хочу пользоваться сундуками в телефоне. Это не интересно. Это читерство. Как можно достать вещи из, ну, из телефона, бля, это бред. Все, побежали. Так, надо уехать отсюда. Поплыли. Та-ла-ла, хочешь прокатиться? Поплыть на лодке? Yes. Мы поплывем в жаркоземье, чал. Тогда мы отчаливаем. Так это их крутая, это крутая фишка Альфис. И Альфис, если честно, рот ебал. Та-ла-ла, кушай грибы каждый день. Зачем? Тогда я буду знать, что ты меня слушаешь. Ого.
Ладно. Договорились. Кентик. Приходи еще. Тра-ла-ла. Спасибо. Так, ну и, соответственно, нам куда? В лифт. А лифт где? Лифт наверху. Блять. Ой. Пожалуйста, выберите место. А черепаха с лупой — это не бред? Не знаю. Ой, блядь. Жетпак в телефоне не читер, на два хранилища читер. Да, блядь, заебали. Я не хочу пользоваться телефоном. От него одни беды. Так, го в отель, короче, и отдадим морской чай кому-то там. Расслабляющая атмосфера этого отеля наполняет вас решимостью. Есть такое дело. Заперто. Во. Обслуживающие номеров. Принесли мы морской чай? Да. Вы выливаете морской чай под дверь. Что? Это именно то, что я хотел. Вот чаевые. Вы получили 100 монет. Бля, охуенно. Так, все, поехали. А куда идти-то, блядь? А, ну туда. Ядром. Где тут сохранилка должна быть, блядь? Во. За этой дверью должен быть лифт к королевскому замку. Вы наполняетесь решимостью. И есть. Чё там? Блять. Астигматизм, иди нахуй. Вы не дразните астигматизм. Дразни меня. Не. Блять, мужик, отъебись. Вы не дразните. Чего ты так боишься? Заебешь. Блять. Блять, уебище, сука, иди нахуй. В пизду, блять. Где? А, я тут уже был. Мини сюда. Блять. Идите нахуй, блять. Поехали. Решимость. Погнали. Блять, опять ты, сука. О да, вот и ты, дорогуша. Прекрасный момент, чтобы выложить карты на стол. Пора наконец остановить неисправного робота. Нет! Неисправности? Перепрограммирование? Спустись на землю. Все это было лишь большим шоу. Представлением. Альфис дурачил тебя все это время. Наблюдая за тобой в монитор, она привязалась к твоему приключению. Она отчаянно хотела стать его частью. Вот сука, блядь. И решила вписать себя в твою историю. Вот мразь, так и знал, блядь. Она перезапустила головоломки, она выключила лифты и попросила меня досаждать тебе. Чтобы спасать тебя от опасности, которой в помине не было. Чтобы у тебя в мыслях было только, как же она хороша. Хоть это и не так. А теперь время ее звездного часа. Прямо сейчас Альфис ждет снаружи. Во время нашей битвы она вмешается. Она притворится, что отключила меня, спасая тебя раз и навсегда. И тогда она станет героиней твоего путешествия. Благодарность ты даже позволишь ей убедить тебя не уходить. Или не позволишь. Понимаешь, с меня достаточно этих предсказуемых игр. У меня нет желания вредить людям, вовсе нет, правда. Бля, да он тоже пиздит по-любому, блядь. Я хочу лишь развлекать. В конце концов, разве публика не заслуживает хорошего шоу? А разве хорошее шоу обойдется без сюжетного поворота? Эй, что происходит? Дверь только что закрылась сама по себе. Простите, ребятки, старую передачу только что отменили. Но у нас готов финал, который вам крышу снесет. Что происходит? Настоящая драма, настоящая экшен, настоящая резня. В нашем новом шоу «Атака робота-убийцы». Чего, блядь? Мне очень нравится музон. Пиздец, вообще охуенный. Пну. Это вас и ждет, если дела и дальше будут идти таким образом. Да, это я был тем, кто переделал ядро. Да, это я был тем, кто нанял всех убить тебя. Однако это был недальновидный план. Знаешь, что будет 100 раз лучше? Убить тебя самого.
Эта игрушка снаружи не сработает против меня, дорогуша. Блять. Послушай, дорогуша, я видел, как ты сражаешься. Ты слаб. Если ты продолжишь идти дальше, то Асгор заберет твою душу. И с твоей душой Асгор уничтожит все человечество. Блять. Но если душа достанется мне, я смогу помешать плану Асгора. У меня получится спасти человечество от уничтожения. Хавай. Бля, охуенный музон, пиздец. Затем с помощью твоей души я пересеку барьер и стану звездой, которой я всегда мечтал стать. Сотни, тысячи. Нет, миллионы людей будут моими зрителями. Есть. Блять, я долго не знал, что там бомба. Шик, гламур, наконец-то получу все это. И что с того, что кому-то придется погибнуть? Это шоу-бизнес, детка. Ох, я не вижу, что там у вас происходит. Но не сдавайся, хорошо? Есть один способ победить Метатона. Нужно. Это прототип, так что не суди строго. И ты ведь знаешь, что Метатон всегда стоит лицом вперед. Это потому, что у него переключатель на спине. Так что если у тебя получится развернуть его спиной и щелкнуть переключатель, тогда он станет, ну, уязвимым. Ну, мне пора. Блять. Вы говорите Метатону, что позади него стоит зеркало. О, зеркало? Верно, я должен выглядеть бесподобно для нашего грандиозного финала. Хм, я не вижу его, где же оно? Так я ж включил его. Ты что, только что щелкнул моим переключателем? Или нет? Чего? О боже, если ты щелкнул мой переключатель, это может значить лишь одно. Ты хочешь видеть мое новое тело раньше премьеры. Как грубо. К счастью для тебя, я и сам уже давно хочу показать его. Так что в благодарность я дам тебе красивую награду. Я сделаю последние секунды твоей жизни абсолютно прекрасными. Что за уебан? Метатон X начинает свою премьеру. Рейтинги падают. Крутой поворот. Вы насмехаетесь над зрителями. Они болеют за ваше уничтожение на этом ходу. Блять, что за пиздец? Ебать. Урод, блять. Насилие плюс 50. Чем мне надо делать? Хвастать. Вы говорите, что не получите ни одного удара. Рейтинги будут расти, когда наступит очередь Метатона. Да пиздец, ну что за, блять? Я ничего не понимаю, что происходит? Вы съели крабовое яблоко. Улыбнись в камеру. Есть. Урод, блять. Метатон. Вы драматично позируете, зрители кивают. О, время для викторины. Я надеюсь, что ты принес клавиатуру. Это вопрос сочинения. Начинайте писать. Я пишу. Да я пишу, я писал. Да блять! Зрители кивают. Твое сочинение действительно открыло всем твое сердце. Учу мне не показать тебе свое. Это буквы Z полетают или... Что за пиздец, блять? Ну ты и сочинил, конечно. И есть. Метатон. Вы насмехаетесь над зрителями. Они болеют за ваше уничтожение на этом ходу.
каков ты на танцполе? Блять. Да блять. 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 Ебануться. Что это было сейчас? Все, я разобрался, блять. Пиздец, столько хп на этой хуйне бездарно проебал. Блять, какую же бездарность. Вы говорите, что не получите ни одного удара. Рейтинги будут расти, когда наступит очередь метатона. Свет, камера, бомбы. Блять. Ты говоришь, что не получите ни одного удара. Я понял, короче, надо не получать удары и все. Пиздец, блять. Время для установленного профсоюзом перерыва. И чё? Я не получу ни одного удара, я сказал, блять. Вы так отдалились друг от друга, дорогуша? Может, поговорим сердцем к сердцу? И есть. ХП нету, блять, вот в чем проблема. Несмотря на раны, вы позируете, зрители аплодируют. Руки? Кому нужны руки с такими ногами? Я все еще собираюсь победить. Блять. Я не получу ни одного удара, чувак. Ни одного. Блять. Обама, да, я знаю. Сейчас, блять, мне надо этот. Мне надо залезть в ящик. Сука, блядь. Все, пизда ему. Тихо, блядь. Похоже, можешь пропускать диалог метатона, развернув его в другую сторону. Что вы сделаете? Да похуй, блядь, пропустить. Умно. Все, поехали. С первого раза. Поехали. Вы говорите, что не получится ни одного удара. Есть. Сосать, уебищ. Изи, легко. Поза. Вы драматично позируете. Зрители кивают. Шо, съебал ему рот. Пахнет метатоном, есть. Вы говорите, что не получите ни одного удара. Рейтинги будут расти, когда наступит. Ну да. Уа, фух, блядь, пиздец, еле-еле, нахуй, ебаный свет, блядь. Поза. Вы драматично позируете. Ебай. Бамс. Есть. Фу, блять. А я ни одного удара не получу, чао. Давай. Ого, время для викторины. Я надеюсь, ты принес клавиатуру. Это вопрос сочинения. Есть. Мило. Ты получаешь золотую звезду. Спасибо. Я не получу ни одного удара. Давай. Твое сочинение действительно открыло всем твое сердце. Почему бы мне не показать тебе свое? Давай, покажи мне свое сердце, уебок. Тихо. Сосать, уебище. Фух, бля. Поза. Вы драматично позируете.
О, я только разогреваюсь. Чел-то я разогреваюсь. Я не получу ни одного удара. Давай. Каков там танцполе? Легко. Я гений танцпола. Шоу, ебан, сюда. Сможешь задержать темп? Изи. Чел, супер легко. Боже, загадка на лоха. Чел, ты слабый. Я не получу ни одного удара. Боже, брат. Рейтинги будут расти, я знаю, знаю, знаю. Слышал. Свет, камера, бомбы. Давай поза. Вы драматично позируете. Иногда они взрываются. Ни одного урона. Чё с ебалом, уебище? Ни одного удара. Давай, давай. Время до основного профсоюза перерыва. Окей. Поза. Давай. Мы так отдалились друг от друга, дорогуша. Может, поговорим сердцем к сердцу? Давай. Сосни-то уже хуя, блядь. Есть. Успел. Фух, успел до получения урона. Давай, поза. Руки. Кому нужны руки с такими ногами? Я все еще собираюсь победить. Есть. Вы говорите, что не получите ни одного удара. Есть. Так. Давай. Есть. Фу, блять. Поза. Вы драматично позируете, зрители кивают. Шоу должно продолжаться. Бля, вот здесь ноль шансов было, конечно. ХП, блядь, уже нету. Ну тут без шансов было, типа, я бы не смог, блядь. Там... Блядь. Так, давай... Давай вот пока что попозируем в пизду, блядь. Свет, камера... Довольно. Ты действительно хочешь обрести человечество на гибель? Или ты просто настолько сильно в себе уверен? Блядь, не успел. Или успел. Успел, видимо. Блять, иди нахуй. Вы говорите, что не получите ни одного урона. Есть. Это я, да. Да, я, да. Ха-ха, как вдохновляюще. Что ж, дорогуша, либо я, либо ты. Ну, я думаю, что мы уже оба знаем, кто одержит победу. Узри же истинную силу кумира человечества. Ой, блядь, твои бомбы ебучие. Опа, блядь. Ух ты, ебать, нихуя. Вот это, извините, вот это я вообще не ожидал, блядь. Ого, блядь. Ебануться. Вот это... Ой, это очень сложно, пизда. Я сейчас умру. Фу, бля, ебать. Вот это очень сложно, блядь. Я вообще не ожидал, что так будет, блядь. Хуять. Тогда звезда ли ты? Сможешь ли ты защитить человечество? И ты нахуй, блядь. Ау. Блять. Есть. Фу, блять. Почти. Драма. Вы драматично позируете, зрители кивают. Нормально, нормально. Идите нахуй, блять, роботы. Нормально, почти. Все. Вы драматично позируете, зрители кивают. О, только посмотрите на эти рейтинги. Есть. Сколько зрителей у меня еще не было. Это, блядь, это я, знаете, когда кашу смотрю, блядь. А значит, пришло время принимать звонки. Удачливый зритель получит шанс поговорить со мной, прежде чем я навсегда покину подземный мир. Давайте же узнаем, кто дозвонился первым. Приветствую, вы на ТВ. Что бы вы хотели сказать на вашем последнем шоу?
Ох, привет, Метатон. Мне очень нравится смотреть твое шоу. Моя жизнь довольно скучна, но возможность увидеть тебя на экране привносит радость в мою жизнь. Не могу сказать точно, но мне кажется, это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. Ох, я не хотел говорить так долго. Ох. Нет, постой, постой, Блу. Он уже повесил трубку. Я отвечу другому дозвонившемуся. Метатон, твое шоу сделало нас очень счастливыми. Метатон, я не знаю, что я буду смотреть без тебя. Блять, это когда я ухожу со стримов тоже, наверное. Метатон, ты оставил дыру в форме Метатона в моем сердце, в форме Метатона. Ах, я... Я понимаю. Всем огромное вам спасибо. Дорогуша, возможно, будет лучше, если я пока останусь здесь. У людей уже есть свои звезды, идолы, но у монстров... У них есть лишь я. Если я уйду, подземный мир потеряет свою искру. Я оставлю ноющую пустоту, которая никогда не заполнится. Так что, думаю, мне нужно отложить свой грандиозный дебют. И кроме того, ты доказал, что очень силен. Возможно, достаточно силен, чтобы одолеть Асгора. Я уверен, ты сумеешь защитить человечество. Ха-ха. В любом случае, все это к лучшему. Правда в том, что энергопотребление этой формы неэффективно. Через несколько мгновений я истрачу заряд батареи и... Ну, я буду в порядке. Срази их на повал, дорогуша. И всем спасибо. Вы были отличными зрителями. Есть. Фух, ебать, потнич. Чё так потно, блядь? Шо так потно? Пуэм. Мне удалось отпереть замок. Вы двое. Господи. Метатон. Метатон, ты что? Щит. Слава богу, всего лишь сели батареи. Метатон, если бы ты умер, я бы... В смысле, это не проблема, понимаешь? Он же робот, если ты испортишь его, я всегда могу просто построить другого. Почему тебе не пойти дальше? Почему тебе не пойти нахуй? Мне нужно время. Разряжена батарея. Да мне вообще похуй, блядь, что там у него, что-то там, блядь, пиздит нахуй, да иди нахуй, мне вообще похуй, блядь. Прости за это. Пошли дальше. Значит, ты вот-вот встретишься со Сгором, да? Ты должно быть... О, очень волнуешься из-за этого, да? Иди нахуй. Наконец-то ты попадешь домой. Иди нахуй. Подожди. То есть, Я просто собиралась сказать прощай и... Я этого больше не выдержу. Я солгал о тебе. Одной только человеческой души недостаточно, чтобы пересечь барьер. Он требует, по крайней мере, душу человека. И душу монстра. Если ты хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Асгора. Да и чё, и похуй. Мне очень похуй, блядь. Мне жаль. А шо, блядь? Да мне вообще похуй, сейчас ее захуячу. Бля, заебал не отвечать, это грустно. Если она до конца игры не будет трубку брать, это грустно, пиздец. Что-то долго едем-то, блядь. Игра зависла, что ли? А, нет. Что-то очень долго ехали. Азлагор. Сохранялочка. Лифт к замку. А, да, я даже решимостью не наполнился, а почему? А это что?
Лифт занят. Кто-то едет сюда? Ответа нет. Бля, никто с мной разговаривать даже не хочет. Чуть тишина такая странная. Папирус? Что папирус? Он не берет трубку. Дрочит нам. Ой, музон классный. Я скучаю по Тариэле, по Темме и по Сансу. Слушай, я так полагаю, что это уже конец игры скоро. Я скучаю по Сансу, по Тариэлю, по Темме скучаю, по Папирусу скучаю. Они крутые. Новый дом. Не понял, в смысле новый дом? Это же дом Тариэль. Это золотой цветок. Здесь фотоальбомы. Альбомы для выреза книги о заваривании чая. Что, блядь, откуда здесь монстр? Много лет тому назад в руины упал человек. Блядь, что, Фрогит, идите нахуй. Пострадавший после падения человек стал звать на помощь. О, ключик. Вы берете ключ и вешаете его на ваш телефонный брелок. Плита очень чистая. Похоже, кто-то использует вместо нее огненную магию. Холодильник заполнен закрытыми консервами с улитками. Я скучаю по Тариэль, блин. Блять. Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Есть. Подарок. Внутри коробки лежит медальон в форме сердца. Возьмете ли вы это? Возьмем. Вы получили медальон в форме сердца. Старый кинжал. Возьмете? Возьмем. Блять. Нахуй пуант. Нет, пуант нужны. Бля, кусочек снеговика все еще со мной. Нахуй ленту. Подарочек мне. Я возьму. Вы получили старый кинжал. Сейчас пойду и там его продам. Комната на ремонте. О, ключик. Блять. Шло время. Озрели человек, стали как родные. Король и королева относились к дитю, как к своему собственному. Подземный мир был полон надежды. Вы берете ключик. О, кубок. Это трофей. Первое место в конкурсе «Ласковый нос». Это сундук с одеждой. Тут лежат балахоны, кофты на пуговицах. И розовый, связанный вручную, свитер с надписью «Мистер Папаня». Мило. Дневник Асгора. На этой странице написано «Только сегодня хороший день». Чернила еще не высохли. Медальон сердца. Лучшие друзья навеки. О, прикольно, хочу такой. Вы копировали медальон. А что кинжал делает? Старый кинжал. Идеально подходит для разрезания растений и лоз. Но я не хочу резать растения, я не буду его брать. Растения красивые. Вы сняли цепь. Старый календарь конца 201x года. Одна дата обведена. Что ж... Прощайте, пещеры. Было очень приятно с вами иметь дело. Прощай, Папирус, прощай, Санс, прощайте, друзья. Прощайте все. Блять. Затем однажды человек очень сильно заболел. Больной человек высказал лишь одно желание – увидеть цветы из его деревни. Но мы ничем не могли помочь.
Русненько. На следующий день... Чё, блядь? Человек умер. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката. Обратно в деревню людей. Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэля, держащего тело человека. Они подумали, что это он убил дитя. Люди атаковали его всем, что у них было. Он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Но Азриэль не атаковал в ответ. Вцепившись в человека, Азриэль улыбнулся и ушел прочь. Израненный Азриэль добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. А, он умер, что ли? Королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Щит. Король решил, что пришло время покончить с нашими бедами. Каждый человек, что упадет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем навсегда разрушить барьер. Осталось недолго. Король Асгор выпустит нас на свободу, даст нам надежду, спасет всех. Да хуй там. А почему ты не улыбаешься? Разве это не волнительно? Разве тебя это не радует? Привет, Фрогет. Ты тоже освободишься. Что за лифт? А куда это лифт? Чего? А, блять, это который занят был. Понятно. Погнали. Тень от коридора наполняет вас решимостью. Чё стоим? О, Санс. Или нет? Похоже, ты все же сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты встретишься с королем. Вместе. Вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждый оп, что ты получил. Что такое оп? Это акроним. Он означает очки пыток. Это способ посчитать, сколько боли ты причинил другим. Ой. Когда ты убиваешь кого-либо, твои оп увеличиваются. Когда у тебя достаточно оп, твой уровень увеличивается. Ур тоже является акронимом. Он означает уровень резни. Способ измерить чью-то способность причинять боль. Чем больше ты убиваешь, тем легче тебе отстраниться. Чем больше отстраняешься, тем меньше ты этого страдаешь. И тем легче тебе заставить страдать других. Теперь ты понимаешь, настало время судить тебя. Загляни внутрь себя. Ну, блядь, я убил одного Фроги, то что такого, блядь? Действительно ли ты поступил правильно? И учитывая то, что ты сотворил, что ты сделаешь теперь? Подумай об этом пару секунд. Ну, подумаешь, Фроги ты убил, блядь, ну ничего страшного. Ну, я подумал. На самом деле, то, что ты сказал, не так важно.
Важно лишь то, что ты был честен с собой. Но я честно убил Фрогет. То, что сейчас произойдет, мы оставляем на тебя. Чего? Есть. Поехали, друзья. Тронный зал. Куда я пошел? Так, и чё это, блядь? Это гроб. На нем выгравлено имя. Обама. Он пустой. Чего? Что? Осуждаю. Как посмотреть другие гробы, блядь? Я так понял, что это для меня приготовлен гроб уже. Да хуй там, блядь. Чё, блядь? Красиво. Так, это царь какой-то. Пум-пурум. Ох, кто здесь? Один момент. Я почти закончил поливать цветы. Вот так вот. Чё за уебан, чё за козел, блядь? Приветик, чем могу... Опа. Ох. Ебать. Мне так хочется сказать, не хочешь ли чашечку чая? Ну, ты же знаешь. Так, принято. Мы же не будем драться, ты вроде нормально, чел. Чудесный сегодня денек, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры в догонялки. Ты знаешь, что нам предстоит сделать? Когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату. Чего, блядь? Не надо мне ебать. Это трон. Это другой трон, укрытый белой тканью. Тронный зал. Как волнительно. Просто думай об этом, как о визите к зубному. Что ты хочешь со мной сделать, чел? А можно мне домой? Ты готов? Если нет, я пойму тебя. Я тоже не готов. Это сохранялка, блядь. Конец. Ого. Это барьер. Это то, что удерживает нас всех в заточении под землей. Если у тебя случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. У меня ничего нет, я к Тем сходил, мне ничего не нужно. Ясно. Значит, время пришло. Ой, готов? Не понял. Странный свет заполняет комнату. Сумерки светят сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец подошло к концу. Вы полны решимости. Человек. Было приятно познакомиться с тобой. Прощай. В смысле, прощай, можно поиграть?
Я ничего не понял вообще, блять. Я нихуя не понял, блядь. Чё делать надо? Я ничего не понял, блядь. Блядь. Пизди его. Блядь, я не хочу драться. Ладно, похуй, захуяч. Готов? Ебаный козел, блядь. Я нихуя не понял, что-то бегаю мне, блядь. Как ты сломал кнопку, чел? Асгора такой, давай. Есть. А, нормально, кстати. Как я сейчас увернулся вообще? На. Ой. Блять. На. Есть. Ой. Ой. Я не понимаю, как это контрить вообще, блять. На. Урод, блять. А, это легко. Бля, это пиздец. Что так сложно, нахуй? Блять, что за пиздец, нахуй? Why so hard? А, я понял, все, блять, синее-оранжевое. То есть стоять, бегать, все, я понял. Бля, чего так долго убивать, это пиздец? Ой, я умер. Да, блять, ну это душня ебаная, сука, ну, блять, это такая душня, блять. Это просто душня, нахуй. Это просто полная хуйня, это говно, блять. Не бей его, так а смысл, блять, он меня просто бьет и все. Блять, какая хуйня, просто пиздец. Это такой, блять, ебучий дурь, ты просто такая душня, блять. Вот эти, блять, финальные битвы, это такая хуйта. Идите нахуй, у меня есть хилки, мне хватит хилок. Все, пойду заебашу его нахуй. Там я вообще похуй. Я готов, давай. Из-за ебаного фрогита мне его убивать приходится, пиздец. Блять. Ебаный фрогит, сука, сын шлюхи, бля. Все, чел, у тебя смерть. Хавай. Есть. Есть. Блять. Блять, столько хп проебал на этой хуйне. На. Есть. Есть. Блять, что так хардово? Пизда. Одно хп, пиздец, повезло, блять. Блять. В ебальник нах я хавали. Блять. Есть.
Найс. Нормально, Злагор сейчас пизды получит, не сыть. Блять. Не понимаю. Ты идиот? Как это вообще, блядь? Хавай. Это легко. Блядь, ой-ой. Ой, еле успел, блядь. Есть. Найс. Эх, сейчас бы броня темпа пригодилась. Нормально, почти пол хп ему снял. Живем, живем. Пиздец. Бля, не хватит у меня хилок. Блять. Ну пол хп я ему уже снял, в принципе. Нормально, нормально, пиздим. Осталось немножко. Блять. Бамс. Ой, пиздец. Блять, какая жесть. А чё у меня хп? А, хилки кончились, заебись, круто. Блять, ладно, ничего, съем снеговика, если чё. Если чё, снеговика захаваю, похуй вообще. Похуй на ебаного снеговика, блять. Просто в конце игры его съем. Ничего, ничего, я выживу. Смотрите, даже хилки не понадобятся. Блять. Тихо, 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 хорошо. Есть. Сильнее стал бить. О, найс. Халява. Почти убил, блядь! На! Жить, 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 пожить, пожить, пожить! Фу, тихо, тихо, тихо! Блядь, 9 хп, сука! Снеговик, прости, блядь! Нет! Блядь! Одно хп! Это выбор! У меня нет выбора! Я должен его съесть! Прости, снеговик. Ой, я пропустил. Бля. Ой, а зачем я его съел? Блять, я мог не есть его. Я мог не есть его, бля. Ой, ах, так вот каково это. Бля, ну жалко снеговичка, ну что поделать, снеговик мне пригодился просто до конца игры, он меня спас. Я помню день после смерти моего сына. Его сын — это снеговик. Весь подземный мир лишился надежды. Люди снова украли у нас будущее. В порыве ярости я объявил войну. Блять, вот сука, вот объясните мне, вот почему не могу ни одну игру нормально пройти? Вообще не могу, блять, ебаный снеговик. Сука, ну почему? Я сказал, что уничтожу любого человека, что придет сюда. Что использую их души, чтобы стать богоподобным.
и освобожу нас из этой ужасной тюрьмы. Затем я бы уничтожил человечество и позволил монстрам мирно править поверхностью. Вскоре к народу вернулась надежда. Однако моя жена была недовольна моими действиями. Она покинула это место, и мы больше никогда не виделись. Но его жена — это Тариэль, как я понял, потому что его жена типа тоже рогатая же. По правде говоря, я не хочу силы. Я не хочу причинять кому-либо боль. Я лишь хотел, чтобы каждый имел надежду. Но я больше этого не выдержу. Я просто хочу увидеть свою жену. Я просто хочу увидеть своего сына. Пожалуйста, дитя. Эта война идет уже слишком долго. У тебя есть сила. Возьми мою душу и покинь это проклятое место. Возьми мою душу. А чтобы взять душу, надо его убить. Похуй, я снеговика съел. Хуй с тобой. После всего, что я сделал, чтобы навредить тебе, ты предпочтешь остаться здесь и страдать, чем счастливо жить на... блядь, нет, стоп, я не хочу, я хочу на поверхность. Алло, блядь. Подожди, и что, я останусь внизу, что ли? Подожди, я не понял, а что, останусь внизу, блядь? Я не хотел внизу оставаться, я хочу, блядь, на поверхность. Чем счастливее жить на поверхности? Человек, я обещаю тебе, пока ты будешь находиться здесь, мы с женой будем заботиться о тебе. Мы можем сидеть в гостиной, рассказывая истории, кушая ирисковый пирог. Это я хотел ирисковый пирог. Мы сможем быть семьей. Пиздец. Чё? Здорово. Ты идиот. Ты ничему не научился. В этом мире... Убивай или будешь убит. У меня игра вылетела, так и должно быть? Да, это конец игры, типа. Что-то нихуя не понял, подожди. А, у меня появилось... Чего? Флауэй. Чего? Блять, ёбаный. Файл стёр. Приветик. Это я, Флауэй. Цветочек по имени Флауэй. Я тебе крайне благодарен. Ты сильно потрепал этого старого дурака. Если бы не ты, я бы никогда его не одолел. Но теперь, благодаря тебе, он мертв. И я заполучил человеческие души. Да уж, я так долго был пуст. Как же здорово снова иметь душу. Я чувствую, как они дрожат. Что такое, не знаешь, что теперь делать? Что ж, это просто замечательно. В конце концов, у меня только 6 душ. И мне нужна еще одна. Прежде чем я стану богом. И тогда с моими новообретенными силами, монстры, люди, все. Я покажу им всем настоящую суть этого мира. Да, и забудь о побеге в свой старый файл сохранения. Он исчез навсегда. Но не волнуйся. Твой старый друг Флауэй придумал, как это исправить. Я сохранюсь на моменте твоей смерти. И тогда ты сможешь наблюдать... Как я разрываю тебя на кусочки снова и снова и снова. Что? Ты серьезно думаешь, что сможешь остановить меня?
Ты действительно идиот. Что за пиздец? Что-то нихуя не понял. Блять. Бля, что за пиздец? Что за... Что? Что, блядь? Ай-яй-яй-яй. Чего? Это всего лишь плохой сон. И ты никогда не проснешься. Я чуть нихуя не понял. Блять. Да заебало. Хи-хи-хи. Ты действительно думал, что я буду удовлетворен, убив тебя только один раз? Я чуть не понял нихуя. А где конец игры, блядь? Блядь. Где? Уберите смайл мод, я нихуя не понимаю, блядь. Просто бей его, вы чё рофлите? Я не могу его убить, блядь. Бля, да вы же рофлите, блять, это все, да, типа? Ну, то есть, типа, все, там уже не пройти. Блять, что за пиздец? Бля, ну ебатека, пиздец. Ты жалок. А, не, ты жалок, человек, теперь ты действительно умрешь. А, все-таки нет, все-таки можно было, окей. Бля, ну и пиздец, такой бред ебаный, просто чушь. Ну гениально. Слава, отъебись. Ха-ха-ха, блять, уебище. Ай. Ты заебешь, блять. Внимание. Что, блять? О, спасибо. О. Блять, опять, ёб твою мать нахуй! Блять, что за пиздец, блять! Блять, что за хуйня? О, это мой бомба, блять. Что за хуйня происходит вообще, блять?
Ёб твою мать, что за пиздец? Внимание. Вы зовете на помощь. Зову, да. Перчаточки. Блять. Иди нахуй. Что происходит? Ай. Какой-то капхэт, блядь. Прикольно. Ай-яй-яй, блядь! Я нихуя не понимаю, блядь! Блядь, какая тупая хуйня, сука, просто пиздец, блядь! Хи-хи-хи. Ты хоть знаешь, что случится, если ты меня одолеешь? Да мне похуй. Ой-ой! Ай. Ебаная бомба, блядь. Чё за обстрел пальцами, блядь? Что за пиздец, блядь? Ебать, это просто, блядь. Где? Чего? Та-та-ра-ра-та. Опа. Вы позвали на помощь. А кого? Свобода, успех, защищать. Блять, не успел. Ой! Хватит, блять, урод! Внимание. Вы наполняетесь с решимостью. Ой, блин, даже не помню, что делать надо. Ебать. Блять. Вы зовете на помощь, есть. Яичница. Кайф. Да хоть стрелять, уебан, ну блять. Нахуй, блядь. Я хоть прохожу или что-то, или нет? Блядь. Блядь. Не стреляй, ну! О, есть. Фу.
Ой. Ты еблан? Блять. Да блять. Блять, что за пиздец? Все, победа? Ура! Сердечки, все шесть. Победа. Спасибо, сердечки. А, нет, не победа. Прекрати ты, блядь, кидаться, ёб твою мать! О! Сколько можно? Пропустил, блядь. Ракеты, блядь! Что за пиздец творится? Ебать, что за пиздец, бля? Бля, какой пиздец, ёб твою мать. Нет! Есть. Сосать цветок. Этого не могло произойти! Ты! Ты идиот. Ой. Уебаны. Хи-хи-хи. Ты правда думал, что сможешь одолеть меня? Я бог этого мира. А ты... Ты безнадежен. Безнадежен и одинок. Черт побери, ведь точно, твои никчемные друзья теперь не спасут тебя. Позови на помощь, попробуй. Кричи во тьму. Мамочка, папочка, кто-нибудь, помогите. Видишь, не помогает. Вы зовете на помощь. Никто не пришел. Да уж, какая досада. Никто не увидит, как ты умираешь. Что? Как ты... Что ж, я просто... Ошибка загрузки. Что? Где мои силы? Души? Что они делают? Яхо, блядь! Стойте, прекратите! Хватит! Есть. Отъебан. Блять. Я не хочу его щадить. Пошел нахуй. Я знал, что в тебе это есть.
Потому что нехуй, блядь, урод. Это лишь обычный цветок. Пока, долбоебы. Я не буду щадить этого цветка. Он заслужил это. Undertale. By Toby Fox. А что было бы, если бы я, ну, выбрал этот... Как его зовут? Если бы я его пощадил, что было бы? Было бы продолжение? Да я бы опять с ним дрался, нахуй нам не нужно. Его нельзя оставлять, ребят, он злой. Есть. У нас уже на самом деле нет времени, потому что трек надо через 20 минут постить. Так что все как надо. О, звонок. Тарель? А, хей. Меня кто-нибудь слышит? Что ж, я просто оставлю сообщение. Итак, прошло много времени. Королева вернулась и теперь правит подземельем. Она установила новое правило. Все люди, которые упадут сюда, будут считаться не врагами, а друзьями. В любом случае, это изменение к лучшему. Вот видите, вы говорите, блядь. Человеческие души, которые собрал король, кажется, исчезли. Так что, тот план в скором времени не осуществится. Но несмотря на то, что народ убит горем из-за короля, а в будущем мы можем так и не получить свободы, королева изо всех сил пытается не давать нашей надежде угаснуть. Так что, эй, даже если мы тут внизу не сдаемся, то и ты не смей сдаваться, где бы ты ни был. Окей? Кто знает, сколько времени нам понадобится. Но мы выберемся отсюда. Сан, с кем ты разговариваешь? О, ни с кем. Что? Ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить? На, развлекайся. Погоди секунду. Я узнаю этот номер. Эй, человек! Как ты там? Я в порядке. Ну, кроме одной детали. Королева распустила королевскую стражу. Потому что нам не нужно больше сражаться с людьми. Вау! Понятия не имею, чем мне теперь заниматься. Но все в порядке. Потому что я до сих пор сильно стараюсь. Даже если это значит ничего не делать. Так что не расстраивайся. Папирус в порядке. А вот кому плохо, так это Андайн. Она потеряла свою работу. Затем еще и свой дом. Было грустно, но мы позаботились о ней. Теперь она живет на нашем диване. Это как ночевка каждую ночь. Ночевка, от которой не сбежать. О, мы ей работу дали. Санс нанял ее в свой нелегальный ларек хот-догов. Она ненавидит работать там. Но она делает неплохие хот-доги. О да. Она все еще винит тебя в исчезновении Асгора. Она много говорит мне о том, что что следует отомстить тебе. У нее есть абсурдный план. Она хочет пересечь барьер и надрать твой зад. Честно говоря, я думаю, что это невозможно. Но хотелось бы верить, что это не так. Потому что я хочу пойти с ней. И тогда я смогу увидеть тебя снова. Даже если мне придется сражаться с тобой. Ну что ж, скрести пальцы. И будь на связи. Это сделает наш план проще. Пока. Раз. Давным-давно две расы правили землей. Undertale. Блять, комьюнити Undertale, вы какие-то ебаные сыновья шлюх, пошли нахуй, блять, от вас долбоба в чат стало читать невозможно, конченые уёбки, масс-стоп, на твоем месте я бы тоже флауи уебал бы. Так, во-первых, я вам скажу так, что мы сейчас не будем это, мы сейчас с вами не будем, ой, не будем смотреть концовки, потому что мы просто не успеем, мне надо подготовить кое-что к треку, вот, потому что трек выходит в 12, это через 18 минут, а мне надо кое-что успеть подготовить. Вот, поэтому кто, короче, хочет со мной, это, вы поняли, послушать там тречок, вся хуйня, обсудить, что-то посидеть, you're welcome. Я сейчас пока что поставлю вот экранчик ожидания, окей? Минут на 5 минут.